Всем доброго дня. У нас сегодня ужин в отеле Royal Holiday Palace в Ларе. Вот сегодня турецкая ночь. Вот такая красота. Очень все красиво. Нам сделали креветки, раки, и крабы есть. Смотрите. И на гриле. Все. Рыбка, лепешечки. Как тут красиво. Сегодня турецкая ночь, поэтому лепешечки. Здесь креп, это ужин. Сегодня 19 число, 19 мая 23 года. Сегодня праздник в Турции. Сегодня день молодежи и спорта и памяти первого президента Турции Кемаль Ататюрка. Вот. Такие здесь пирожные, сладости. Торты. И в основном здесь представлены морепродукты. Сыр. Красиво сегодня все оформили. Здесь салат, закусочки. Зелень, помидоры. И вот такая красота. Мы сегодня сделали. Везде портреты первого президента Турции, Кемаля Ататюрка, и вот здесь вот они нам. Мидия, горбуша, красная рыба, крабы, креветки. Тут морепродукты, пожалуйста, паста, кальмары, креветочки, тунец. Все это при вас пожарят. Мороженое Эндердурма. Вот такой сегодня королевский ужин в отеле Royal Holiday Palace. По-другому называется Королевский дворец. Всем спасибо за просмотр. Удачного всем дня. Вот еще покажу вам блюдо в горшочках. Что здесь за горшочки? Народу много. А вот здесь вот такая красота. Сейчас я вам подойду, покажу, посмотрите обязательно. Такая рыба. Вот.